Эй, салют, народ! Привет, YouTube! Очередной, даже, наверное, долгожданный видеоотчет про рост моих дредлоков. Ребят, в этом месяце исполнилось 7 лет и 6 месяцев, даже, наверное, 7 лет и 7 месяцев, как я ношу дредлоки. Я думаю, это уже большой срок, буквально большой срок, 7 лет с дредами, 7,5 лет с дредами. Вот, и я думаю, можно уже буквально делать выводы о том, что дреды это круто. Дреды это круто. Вот. Единственные минусы, как я и жаловался, как я и плакался на протяжении 5, наверное, лет, то, что дреды ломаются. Да, дреды пипец как ломаются. Ну, как-то я общался с парнем, ну, в соцсетях, что-то мы с ним заобщались. Вот, он говорит, блин, типа, как это ломается? Думаю, чувак, ну, фиг знает. А как это не ломается? Ну, буквально, блин, у меня... Я с ними уже 7 лет, и они у меня, блин, ломаются. У него не ломаются. Ну, как-то странно. Вот. Ну, может быть, такая структура волос у меня. Хотя вот у мастера у моего тоже самая фигня. Они тоже у него ломаются, не ломаются. В общем, такая беда присутствует. Вот. В дальнейшем... А, ну вот, результат. Результат. Вот они, дреды. Вот они. Вот такие маленькие пистоны. Как будто только заплел. Даже нет, они мне были меньше, когда я заплел. Вот такие, наверное. Вот такие были, когда я заплел. Вот, сейчас они поломались. И постоянно ломаются у висков. Наверное, будем говорить так. Вот. Сидеют. Сидеют пипец как. Я думаю, буквально видно, что... Ну, это вообще пофигу. То, что там сидеют. Это не принципиально, будем говорить так. Вот. Ну, а так, да, ребята, 7 лет и 6 месяцев, как я с дредами. Длина, в принципе, уже... Можно сказать, хорошая длина, отличная. Как вы видите, давайте покажу сбоку. Попадает все в кадр, интересно, или нет? Вот, вот так вот это выглядит сбоку, вот так вот сзади. Вчера сходил на подплетение, подплелся, вот, сделали коррекцию. И когда шел, была такая мысль, должна, наверное, очень часто посещает то, что сбрить по 2 дреда у висков, будем говорить так. Ну, что-то вчера шел и опять как-то застремался, думаю, что-то... Да нет, наверное, пускай будут, пока совсем не сломается. Вот, вот такие вот дела. Не подплетался уже на протяжении... Да, наверное, полгода точно не ходил на подплетение, потому что уже прям вот так вот они у меня торчали. Если можно было вытянуть дреды, они, ну, волосы, они прям буквально... Хотел записать, в общем, видео до и после, но что-то как-то не получилось. Вот так вот. Лень одолела и не захотел вчера писать видео до подплетения. Ну, как-то вот такие вот дела, ребята. Дредам уже 7,5 лет, и я думаю, еще пока походим. Пока еще походим, там будет видно. Ну, нету желания, так сказать, от них избавляться. Желания вообще никакого не имеем. Пока что все устраивает. Ну, походим, посмотрим, что будет дальше. Вот. Ну, как-то вот так вот, ребят. Вот так они, в принципе, выглядят. Большие. Я думаю, длинные. Я думаю, можно смело сказать, что дреды уже длинные. Как-то так. Ну, в общем, вот такое видео было, ребят. 7,5 лет с дредами. Давайте в хвосте посмотрим, как они смотрятся. Единственный минус, даже будем говорить так, прям вот колоссальный минус, это неудобно с ними спать стало. Прям цепляешься, лежишь на подушке, захотелось себе подняться, и они цепляются, не то что цепляются, а за спину. В общем, ложишься вот так на них и начинаешь подниматься, они мешают. Вот так. Ну, в хвосте выглядят они вот так. Вот такой хвост. Я думаю, видно. Ну, в общем, вот такие вот дела, ребята. Такое было видео. Не записываю часто. Почему? Ну, потому что я же говорил то, что банально не о чем рассказать. То, что дреды ломаются, дреды подплетаются. Ну,
Я думаю, это неинтересно уже смотреть. Интересно, наверное, когда проходит какое-то определенное количество времени, и ты уже смотришь, а, нифига, чувак, они у тебя буквально выросли. Вот полгода не снимал, сейчас заснял, и я думаю, вы уже сделаете вывод, что дреды стали длиннее, буквально. Ну, в общем, такие вот дела. Наверное, на этом и все. Я думаю, может быть, еще что-то запишу через пару месяцев. Да, что-то по-любому запишу, засниму. Через пару месяцев и, соответственно, покажу вам. Ну, вот такое было видео. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки. Наверное, это мы все. Всем всего самого наилучшего. Peace.